Продолжается осенняя неделя добра, и по сложившейся 3 года назад традиции в ее рамках проходят чистые игры. Командные соревнования по уборке берега пруда Брового. Их главная цель – не просто очистить территорию от мусора, а постепенно повышать уровень экологической ответственности у горожан. В этом году мешками и перчатками вооружились волонтеры из 16-й школы Сарфтини Яумифи, клуба «Инсайт» молодежного центра и Саровского медицинского колледжа. Командам предстояло за 30 минут обежать вокруг Борового и собрать мусор. Прибежать вовремя, за это тоже были отдельные баллы начислены. И, собственно, потом мы это все дело взвешивали. Баллы командам начисляют по 3 критериям. Претендентам на победу нужно было не только принести больше всего мусора. Дополнительные бонусы получили участники, которые вовремя вернулись на базу. А кроме того, принесли самую оригинальную мусорную находку. В этот раз, например, игроки представили жюри использованный мангал и знак «Гулять с собаками запрещено». Мы призываем участвовать в подобных акциях, чтобы планета наша была чище, наш город был чище, и не было никакого мусора, и меньше загрязнения на нашей планете. Кубок чистоты достанется той команде, которая набрала больше всего баллов. Результаты объявят 25 сентября на подведении итогов недели добра в молодежном центре. Милана Кахидзе, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.